Здрасте! Где мои газеты? Ой, простите, извините, сейчас будут. Я тебе отрублю голову. Алло, алло, господи, Ксюша, ты где? Меня сейчас зарежут тут. Ну что на этот раз? Конфет требует конфет. Ну слава богу, что не пук единорога, а то в тот раз я замаялась за ним по лесам бегать. Ща добуду. Не боись ты, я его отвлеку. Как? Разберусь, ты пока конфеты ищи. Посмотрите направо. Открывается прекрасный обзор на стог сена. Посмотрите налево. Где мои конфеты? Только не горячитесь, не горячитесь. Я сейчас глаза выгорю. Где тебя носит? Сейчас буду. Думаешь, так легко найти коробку королевских конфет? Открывай, уже зажрали все-таки. Ну проходи, обедом будешь. Ну короче, мне как бы нужны конфеты. Ты что, совсем ослепла? Ты что, совсем не поняла? Это не классическая фабрика, а ведьма. Так мне нужны королевские конфеты. Ты что, не понимаешь, что я ведьма? Бабуся, успокойся, я поняла. Я ведьма! Господи! Ты совсем, что ли? Солнечный удар получила? Ну, почти. Где ты, где ты? Он уже взбунтовался. Иру он уже в клетку посадил. Я в печке. Что?